Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать всю самую актуальную информацию про наши бесплатные лимитные вещи в большом количестве. Сегодня мы с вами пройдемся по картам, и я вам покажу, что мы с вами сейчас можем получить в ближайшие пару дней и даже недель. Так что смотрите мои видео как можно быстрее. И также, ребята, расскажу вам самую актуальную информацию про скорейший выпуск новых вещей, которые скоро появятся в новых ивентах. Будет интересно, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, не забывайте подписываться на мой телеграмчик. Ну а я начинаю, поехали! Встречайте Dream Pets, единственный маркетплейс в мире, где вы можете легко и быстро купить или продать предметы из игры Murder Mystery 2. На Dream Pets вы можете найти широкий ассортимент предметов, от самых обычных комон-ножей до самых редких ром. Здесь есть все, что нужно для крутого инвентаря. Процесс пополнения сайта прост. Отправьте ваш нож через трейд с ботом в игре, и он моментально появится в вашем инвентаре на сайте Dream Pets. Ну а выводить нож с сайта также просто. Нужно зайти на сервер к боту и кинуть ему трейд для получения предметов. Забудьте о неудобстве поиска покупателей или продавцов. Dream Pets сделает все за вас. Удобно, быстро и безопасно. Переходите на сайт прямо сейчас и исполните свою мечту. Так, ну что ж, ребят, и мы с вами сразу же начнем вот с такого прикольного аксессуара. Я так понимаю, это голова или даже полноценный костюм на тело. Это у нас, ребятушки, лимиточка в количестве 7500 копий, и на данный момент еще осталось почти 5000. А вот, посмотрите, это вот такой аксессуар на голову в виде короны. Выглядит очень вкусно, так знаете, прям такая мармеладка вкусная. В общем, давайте зайдем в эту игру. Ссылочки также оставлю в описании, так что вы можете переходить и сразу же получать. Задание относительно несложное, сейчас я вам объясню. Так, ну и вот, как только мы с вами прогрузились, нажимаем на play, и сейчас, ребята, смотрите, мы с вами сразу же заходим вот в эту вкладочку, находится она вот здесь вот, и у нас, ребята, в этой игре появился новый тайкун в честь винограда, grape, и, ребята, наша с вами задача это полностью открыть вот этот тайкун, пройти его, но перед тем, как мы это, ребята, сделаем, нам нужно, конечно же, пройти еще другие тайкуны, а именно мы с вами начинаем с первого, который у нас с вами называется Strawberry, но я думаю, что многие из вас слышали про эту игру, поэтому вы уже тут прокачаны. Если нет, то советую вам сначала закончить эти тайкуны. И потом, когда вы перейдете к этому, во вкладочку UGC заходим и вот здесь вот забираем наш аксессуар. Как видите, еще его разбирать не так уж и быстро, так что у вас есть шанс его получить. Также, ребят, я думаю, что еще будут выходить в этой игре другие лимиточки, по крайней мере, я на это надеюсь. Вот, и если вы начнете сейчас играть, то еще успеете что-нибудь получить. Посмотрим, может быть, в этой игре что-то еще новое появится. В общем, ребят, думаю, задание очень понятно. Тайкуны, думаю, вы знаете, как проходить. Здесь у нас есть кнопочки и есть также места для заработка, где мы можем открывать все больше и больше локаций. То есть, я думаю, принцип вам понятен. Вот видите, я подбегаю, забираю свои денежки и открываю новые места. Итак, мы с вами продвигаемся, пока не дойдем до Grape Тайкуна. Ну что ж, ребят, а я перехожу к следующей лимиточке, а именно это у нас с вами вот такой вот прикольный Спанч Боб, количество его копий 20 тысяч, и на данный момент 12 тысяч уже разобрано, то есть, значит, задание не сильно сложное. Вот так вот, посмотрите, он выглядит, да, на моем плече, конечно, он не очень смотрится, но в целом, я думаю, вы поняли его принцип. Получать мы его с вами будем вот в этой игре, и перед тем, как мы зайдем, я вам сразу же оглашу задание. Здесь оно у нас на испанском языке написано, давайте переведем. Смотрите, нам нужно с вами разрушить 50 сейфов Лео и собрать его потерянные вещи. Точно так же мы должны разрушить сейфы 50 Рафа, Джонни и Майки. Все то же самое. Ну что ж, давайте зайдем, и я вам объясню, что за сейфы и где это у нас с вами их нужно разрушать. И смотрите, ребят, как только мы с вами зашли, за нами сразу же бегают вот такие вот Спанч Бобы и улитки Гэри. Смотрите, ими мы с вами должны будем разбивать эти сундуки. Но для начала давайте подойдем вот к этому ивенту. Здесь у нас как раз таки и нужно будет
разбить все сундуки черепашек-ниндзя. Да, я так понимаю, у нас в кинотеатрах скоро выйдет черепашки-ниндзя, уже какая часть, не знаю. И в честь этого как раз-таки у нас тут с вами задание и лимитные вещи. Смотрите, я уже тут немного заходила, смотрела, что тут нужно делать, и разбила 9 сундуков. На самом деле все не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. Тут все довольно-таки предельно понятно. Вот у этого челика, давайте я вам сразу же зачитаю подсказку, что он нам с вами говорит, что мы должны сделать. А именно, давайте прочитаем. Подсказка привела меня в бикини-ботом, и мне нужна ваша помощь, чтобы найти недостающие предметы черепах и победить Бишопа и механозидов. Господи, что за слово? Вы можете разрушить сейфы по всей карте и найти их предметы, чтобы получить шанс получить специальные награды. Ну что ж, смотрите, мы с вами бежим вот в этом направлении, и здесь вот у нас как раз-таки находятся вот эти сейфы. Их мы с вами и должны будем разрушать нашими питомцами. Вот видите, сейчас они это делают, они у меня первого уровня, но разбивают эти сейфы довольно-таки так шустро. И вот здесь вот у нас сразу же показывается прогресс. То есть все очень просто, на интуитивном уровне понятно, что мы с вами должны сделать. Как только мы с вами эти 50 сейфов разрушим, нам нужно будет еще так повторить 4 раза, только уже под названиями других сейфов, то есть другого человечка. То есть, я думаю, ребята, все предельно понятно. Разрушаем первые 50 сейфов на этой карте, потом у нас с вами мы зарабатываем за счет этого монетки, открываем следующую локацию, там у нас уже следующие сейфы другого человечка и так далее. И как только, ребята, мы с вами разрушим все сейфы, всех вот этих черепашек-ниндзя, я так понимаю, мы с вами подбегаем вот к этому персонажу, и здесь у нас открывается наш аксессуар Спанч Боб. Я думаю, что в скором времени еще у нас здесь появятся другие лимитные вещи, так что советую всем начать играть сейчас в эту игру. В ней часто выходят классные лимитки в большом количестве. Ну а далее, ребята, игра UGC Don't Move у нас с вами ожила, и у нас сейчас там вышли вот такие вот крылья интересные, конечно, количество копий оставляет желать лучшего, всего лишь 150, это, конечно, немного грустно, и мы с вами должны насобирать 15 миллионов поинтов, это довольно-таки немало, но игра нам немного помогает, чтобы набрать эти поинты, и уже загрузила я на свой телеграм-канал новый промокод, который они выпустили на 1 миллион поинтов, поэтому если вы до сих пор любите эту игру, хотите оттуда получать вещи, я каждый день публикую промокоды из АФК игр, и в том числе вот опубликовала из UGC Don't Move. Можете переходить по ссылочке в закрепленном комментарии и описании. Ну а я, ребята, перехожу к следующей информации, очень довольно-таки интересной, а именно игра Elf Tycoon, я так понимаю, для всех желающих, открыла возможность получить вот такую вот классную и стильную эмоцию. Давайте сейчас я вам ее продемонстрирую. Так вот она прикольно выглядит. И, ребята, чтобы мы с вами могли ее получить, мы должны вступить в группу этой игры. Вот здесь вот, ребят, находится группа, давайте вместе это сделаем. И, я так понимаю, либо мы с вами просто вступаем в группу и получаем эту эмоцию. Сейчас мы как раз-таки проверим этот факт. Мы должны получить вот такой вот бейджик. Или же, смотрите, есть здесь еще второе задание. И эту эмоцию дадут всем, кто вступил в эту группу, как я сейчас. Но как только в игре Elf Tycoon у нас с вами стукнет 150 тысяч лайков. Поэтому я вам сразу же советую, ссылку я ставлю на эту игру в описании, зайти и лайкнуть эту игру, и как только будет 150 тысяч лайков, эта игра нам даст с вами эмоцию. Вот так вот, давайте попробуем. А, смотри, ребят, мы с вами должны зайти в эту игру, и только потом мы с вами можем поставить лайк. До этого сделать это невозможно. Ну, давайте зайдем. А, ну вот, ребят, смотрите, уже в этой игре вот такое количество лайков, я что-то не обратила внимания, думала, что всего лишь 63 тысячи, а оказывается уже 163 тысячи. То есть, давайте попробуем посмотреть, доставалась ли мне эта эмоция. Так, интересно. Ну и, в общем, я посмотрела, мне эта игра не дала эмоцию, к сожалению. В общем, все-таки нужно в этой игре выполнить определенный квест. Я уже заходила в эту игру, посмотрела. И давайте сейчас мы с вами вместе зайдем, посмотрим, что это у нас за квест. Но в любом случае, ребята, в этой игре мы с вами должны собирать эти тикеты, билетики, благодаря которым, я так понимаю, мы с вами и можем получить эту эмоцию. Вот здесь вот давайте я сейчас вам переведу, что написано. Доступна бесплатная эмоция, чтобы получить
получить ее, выполните последний квест на эмоции. Если мы распродаем товары, не волнуйтесь, мы пополним запасы во время следующего квеста. А пока вы можете заработать билеты в качестве награды и использовать их в нашем магазине пользовательского контента. То есть, ребят, мы, короче, должны с вами построить в этом здании свое кафе, обустраивать его точно так же, как вот, знаете, в обычном тайкуне. Здесь мы можем с вами, видите, заработать денежки, которые у нас с вами копятся. И за счет этого мы благоустраиваем наше кафе. Давайте сейчас туда поднимемся и зарабатываем билетики. Также у нас тут с вами есть рулеточка, которая дает нам раз в час бесплатные билеты и вообще другие прикольные плюшки. За счет этого мы с вами прокачиваемся, и у нас больше шансов, чтобы получить эмоцию. Я так понимаю, все-таки у нее есть определенное количество стока. То есть она не у нас не в безграничном количестве. Вот, это, конечно, очень грустно, но все же имеет место быть. Вот тут, ребят, заходим в Free Emotes и видим вот такие определенные квесты. Как видите, сейчас заданий нету, мы уже всю эмоцию распродали, но я думаю, что она в скором времени появится, и я вам советую сейчас тоже вот заходить, отмечаться, прокачивать свое кафе, чтобы в скором времени, когда эмоция снова появится, мы с вами могли ее получить. В любом случае, ребята, ссылочку на группу я также оставлю в описании к этому видео, присоединяйтесь в эту группу в том числе. Ну, а последнее, что я хочу вам рассказать, это у нас, ребята, вот такой вот интересный инсайдерский пост, а именно вот это вещи, которые у нас в скором времени выйдут в игре Walmart Discovered. Посмотрите, насколько они кайфовые, особенно мне нравится вот это худи. И они уже у нас с вами вышли в каталоге, пока еще непонятно в каком количестве, нигде ничего не написано, вот. Давайте попробуем сейчас примерить на себя эту худи. Мне интересно посмотреть, как она будет выглядеть. Интересно даже узнать, сколько копий у нас будет. Пока еще неизвестно. Вот так вот она интересно на мне смотрится. Ссылку на вот этот каталог, ребят, я также оставлю. Можете заходить, примерять на себя. Например, вот сумочка тоже очень кайфовая. Думаю, задания тоже будут предельно понятные. Они у нас из раза в раз одни и те же преимущественно. Вот. Пишите в комментариях, что из вещей вам понравилось больше всего. Ну а на этом, ребят, на сегодня мое видео подошло к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Вот, до новых встреч!